Ксения, вы сегодня были первый раз на мастер-классе в Центре эстетической психологии ВИТА у меня, Ирины Клементьевой. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Как вам, понравилось или нет? Да, мне очень понравилось. Я люблю сам процесс рисования. То есть, если бы я была на месте Тома Сойера в известном произведении Марка Твена, я никогда бы не отдала кисточку и покрасила бы весь забор сама. Мне очень нравится сам процесс, перепачкаться в краске мне нравится, смешивать краски, кисточкой возить по всему чему угодно. Но на мастер-классе я получила приятный очень бонус. У меня получилась картина, и впервые она мне даже нравится. Вот, и главное для меня это отдых, отключение от повседневных бытовых дел. И вот мастер-класс мне позволил переключиться, отдохнуть. Это очень приятно. Мы очень рады, что вы получили удовольствие, отдохнули. Если возникнет желание, мы ждем еще раз вас. Можно на индивидуальный мастер-класс, можно на групповой по другой теме. Будем всегда вам рады.